Наталья Комарова провела рабочую встречу с Игорем Сечиным, главным исполнительным директором Роснефти. Югра – ключевой регион в деятельности компании. Здесь она добывает 60% сырья. При этом, как отметила губернатор Югры, нефтяная компания обеспечивает и больше половины всей добытой нефти в регионе. Так, на встрече обсудили дальнейшее развитие Эргинского кластера. Здесь будет работать до 5000 специалистов, а это взнос в улучшение социально-экономического развития региона. В ходе разговора Наталья Комарова обратила внимание на необходимость привлекать к работам местных нефтегазосервисных компаний. Безусловно, и создание новых рабочих мест, это, как правило, высокотехнологичные, как вы заметили, с хорошей заработной платой, это то, что нужно для людей. Важно, чтобы как можно больше нефтегазосервисных компаний, которые рождены здесь, привлекались для выполнения работ. Наталья Ильина, мы обязательно обратим внимание на это и, скажем так, опишем приоритет для компаний, которые работают в регионе, пользуются здесь авторитетом, но, конечно, которые выдерживают стандарты Роснефти. Также стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в реализации проектов, направленных на поддержку образования, науки, культуры и массового спорта.